В Александровском парке на два июльских уикенда поселились «Снежная классика», оркестр «Северная симфониета», театр «Мьюзик-холл» уже по традиции проводят летние концерты под открытым небом. Минувшее воскресенье над городом витали неаполитанские песни, аргентинская танго, британские романсы и бессмертная классика. В программе звучали произведения Моцарта, Чайковского, Свиридова, Элгара и Гарделя. В концерте вместе с оркестром выступили солисты театра. Sotto finestra toia restaria quando fa notte sole se. Традиция проведения бесплатных концертов симфонической музыки отчасти это дань благодарности зрителям и поклонникам, которые и в сезон регулярно посещают выступления коллектива, говорит художественный руководитель. А что касается репертуара, то его во многом определяет именно формат выступления. Такие концерты мы обычно играем только со струнными, потому что, ну, в случае дождей, конечно, у нас есть особенное место, да, где мы можем прячься. И больше, чем, ну, 20 человек, 18-20 человек, к сожалению, там не поместится. Поэтому вот от этого зависит очень сильно репертуар. Следующее воскресенье «Северная симфониета» вновь приглашает петербуржцев в Александровский парк. Для гостей фестиваля прозвучат популярные мелодии из известных кинофильмов.